Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Ну что, друзья, мы вместе с вами подходим уже и к третьему полнолунию. Напоминаем, третье полнолуние будет 28 марта в 21 час 49 минут по московскому времени в знаке Зодиака Весы. И особенно ярко каждый из нас будет чувствовать это события еще 3 дня. И, друзья, обращаем ваше внимание, что это будет полнолуние именно большой удачи. И, друзья, полнолуние, напоминаю вам, что будет в знаке зодиака Весы, поэтому это полнолуние будет не конфликтным, а наоборот, по своей сути оно будет склонено к поиску баланса и гармонии, как осознанного, так и интуитивного, и это будет снижать градус напряжения, но, к сожалению, не исключать его полностью. И обращаем ваше внимание, в полнолуние Луна образует тригон к Марсу и Сатурну. И все мы вместе образуем большой тригон, или как еще его будут называть в астрологии, треугольник большой удачи. И на этот раз удача требует особенного подхода. Поэтому, если вы находитесь в воздушном знаке, то вы легко будете относиться к всевозможным ситуациям, не зацикливаться на том, что происходит, и будете договариваться и находить общий язык абсолютно с любым человеком. Также обращаем ваше внимание, друзья, что такая фраза, как «все проходит и это пройдет», наверное, все помнят, то вполне могла бы стать девизом этого полнолуния, но это будет непросто. Почему? Потому что еще появляются у нас Марс и Сатурн. Марс у нас разжигает ситуацию еще сильнее, а вот Сатурн замораживает в точке максимума. И удача, которую дарит нам предстоящее полнолуние, это, знаете, как награда за успешно пройденный опыт, как следствие нашего понимания и нашего сознания. И в процессе получения этого опыта мы будем стремиться к балансу и гармонии. И, друзья, обращаем ваше внимание, что же нам нужно делать, чтобы получить такую вот ту самую удачу от предстоящего полнолуния. Обязательно ищите баланс, ищите компромисс во всем, что не в ущерб собственным целям и интересам. Также не забывайте, что ущемлять чужие интересы тоже сейчас не самое лучшее время. Ищите компромисс, учитесь договариваться, чтобы все были довольны и счастливы. Также подумайте о том, от чего вы сейчас можете отказаться, для того, чтобы в будущем это принесло тот желанный результат и принесло вам еще больше возможностей, открыло какие-то, возможно, желаемые перспективы, и обязательно, вот если есть возможность, откажитесь прямо сейчас. Постарайтесь заложить позитивный тренд, который отыграется в будущем, почему бы нам этого не сделать, да? И какой бы сложной ни была ситуация, помните, все пройдет, все проходит, и это пройдет. И, друзья, пусть это полнолуние 28 марта обязательно всем нам принесет самую большую удачу. Друзья, ну если вам было полезно видео, ставим лайк, подписываемся на канал Астрора, а в комментариях напишите «принимаю и благодарю».